Самая тяжелая неповоротливая в царстве рыб – мола-мола, или луна-рыба, является настолько медлительной, что не способна реагировать на малейшие угрозы. Неудивительно, ведь при весе 2 тонны у нее самый маленький среди рыб мозг. Если бы не отвратительный вкус ее мяса и не огромная плодовитость, этот вид рыб давно был бы истреблен. За один раз самка мола-мола откладывает около 300 миллионов икринок и совершенно за ними не следит, так что мальки с детства предоставлены сами себе. Лишь немногие из них доживают до взрослого состояния, а счастливчики за время жизни увеличиваются в размерах примерно в 600 миллионов раз. Это невероятные цифры, если учесть, что в рацион рыбы Луны входят лишь такие же флегматичные, как она, медузы и морские звезды. Вряд ли это рыбка для твоего аквариума.